Всем привет, друзья! Вы на канале Агент Грегори Эджард, и сегодня решил поговорить с вами на тему, почему у меня нету больше видео на канале. То есть, почему нету больше новых видео. Объясняю вам, друзья. Все дело в том, что у меня творческий кризис, то есть у меня нету идеи, особенно в том числе нету желания делать видео на канале. Что касаемо Якуманска, то тут то же самое, то есть нету идеи снимать, тем более желания нет снимать. Но город Якутск развивается, строится, живет. Ну и на заметку скажу о том, что видео по Якутску, возможно, появится в октябре, поскольку тут самое интересное будет. То есть я планирую сделать что-то вроде, короче, сделать ремейк про видео про проверку системы оповещения, которая прошла в марте, но можно сказать, она прошла не особо, можно сказать, не особо, можно сказать, обширно, то есть не особо атмосферно. Поэтому в октябре 6 числа, или 5 числа, если я успею, будет, в общем, будет тоже, почти то же самое, только уже будет более атмосферно. То есть, если там учесть, что там звуков, кроме звука сирены, не было, то ничего больше нету, я добавлю звук атмосферы города, чтобы было, ну, хоть немного реалистичнее. Так вот, что касаемо видео на канале, то видео новых нету ввиду творческого кризиса, то есть отсутствие видео, отсутствие идей для видео и в том числе отсутствие желания делать видео на канале. Единственное, ну и самое важное, что у меня подводит, это монетизация, то есть еще не набрал, но каждый месяц у меня списывается по 100 часов в день просмотров, которые очень важны. Еще это, можно сказать, сильно бьет по моему каналу, и если так оно продолжится, то, можно сказать, желание, надежда на монетизацию просто были напрасны. Хотя, собственно, сейчас это уже очень ощутимо, друзья. Очень ощутимо. И, в принципе, мне нужно развивать свой канал, поскольку мой канал сейчас смотрят только школьники-телефаперы в возрасте 9-10 лет. То есть мне в буквальном смысле, в натуре нужно продвигать свой канал, продвигать свои видео. Ну, иначе в такой обстановке я просто застряну. Вот непонятные ситуации, неприятные, можно сказать. В общем, друзья, вот такое получилось небольшое обращение, друзья. Надеюсь, что вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал, заглядывайте ко мне в группу ВК, ссылка в описании, ну и заглядывайте ко мне в Discord. С вами, как всегда, был Грегори. Всем удачи, всем пока.